Мавзолей Райымбек-Батыра. Мавзолей великого казахского батыра, сражавшегося за свободу казахов от джунгарских захватчиков. Он расположен в городе Алматы, вдоль одноименного проспекта Райымбека. Батыр сражался против армии Сари-Манджана в 1729 году в битве при Анаракае, рядом с такими батырами, как Наурызбай, Утиген, Кабанбай и Богинбай. Он победил джунгарское войско Шона-Дубу на реке Итимбес. В 1994 году был воздвигнут величественный мавзолей. Рядом с ним установлена статуя лежащего верблюда. Как говорится в легенде, Райымбек-Батыр перед смертью собрал всех соратников и близких людей и сказал: «В случае моей смерти заверните мое тело в кошму, погрузите на белого верблюда, и где возляжет верблюд, там и схороните меня». На том месте, где верблюд остановился, воздвигнут мавзолей со скульптурой белого верблюда. С тех пор в народе это место считается святым. Люди приезжают с разных частей Казахстана и всего мира, прося благословения у мавзолея.